Кукуруза червь. Кто там, Серёнь? О, карасик или карась? Карась такой. Все, 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 все. Не все. Живой. Серёж, ты рукожопый. Поймаешь? Вот так бегают по лапке больного. Тин-тин-тин-тин-тин. О, присед. Лодка работает уже, блядь. Вот ты так пришел, наши находчивые люди. Что, я буду насосом ебашить? Качает лодку. Оно мне надо, блядь. Вот такая приспособа. Качает лодку. Я не газую, я ж не тороплюсь. Надо. Такая пятую там надо включать уже. Пятую. Ты сам Сандель на ум собрал, что ли, ты? А? На ум собрал. Ну, пацаны уедут, я кину там. А то приедут за. Может, он сам к берегу чуть-чуть подтащит. Кольцо там заебатое. Тихо. А что за нахуй? Ебать. Короче, вставишь, я вам поскидываю все. А как он, блядь, тебя тянул-то? Нет, там я не понимаю. Мы сидели в лодке, она была заглушена. И он попиздил. Да, ну почему здесь коряк? Сидим, значит, обычненько рыбачим, так туда-сюда. Я что-то так глядь на дерево, а тут чебак. Я, честно, не знал, что они растут на дереве. Да, видать, потом они падают в воду, вот мы в воде их ловим. Серьезно, чебак на дереве. Офигеть. Вот это да. На птицу кто-то что ли поставил жерлицу. Бывает. Неси багор, Андрюха. Ты что? Ты что багор? Ребят, вот. Да я вижу, слышишь? Так, что я ж не пробурю. Ты смотри, как пошла. Все, хер дальше, вот она. Слышишь, а хорошо тянет, слышишь? Ты к камышу не подходи. Только, ребят, так она слышит, получается. Да я понимаю, что она слышит, ну. Мимо, хер второй заход. Интересно. Тихонько, аккуратно. Да не, там карп. Тихо, тихо. Не спеши. Там красавчик. О, хорош. Жерлица, Вот как ловить надо. Ну как, клюет? Нормально? Поймали? Да? А где? Ну как, клюет? Да нифига не клюет. Думал, дождик начинается. А оказывается, да, сама послушай. А послушай, чё? послушай. В море объявлен режим самоизоляции. Все рыбы, сидите дома под камнями. Повторяю. Глубже опускай. Я готов. Ух.
Сегодня приехал на рыбалку 7 февраля. Видишь, забурил, а там газ. Кошмар. Вот рыбаки рыбачат. Когда кончится? Минут 10 уже горит. Вот так. Какая тут может быть рыба? Рыбаки пытаются. Ищут рыбные места. Вот так. Ох, бля. Это на Пенталоре. Федоровское месторождение. Побольше бери у того левого, а то мама. Мы всех заберем. Так, вот такого поймал. Щуху ты вот такого поймала, блин. Вот такого она, вот такого. Ага, ты говоришь, окунь хороший, окунь хороший. 400 грамм, у меня щука 1400 грамм. Нормальный окунь был для окуня. Что у тебя там? А клюнул хорошо? Ох, ты что, посмотри, что он вытворяет. Блин, я хочу хотя бы его увидеть. Клюнул очень сильно, очень жадно и так аж... Я ебу. Не дай под водку не дай зайти. Да? Да, там здоровый. Блин, у меня же рука отваливается. Пиздец. О, это сон! Нихуя же вес какой у меня. О, смотри какая, нихуя там пятнаха. Атакую. Смотри, Иван, помогай, Володя, подцепляй его за жабры. Смотри, что у него. Сейчас. Надо дать ей заглотить. Пожевала. Ничего пожевала конкретно. Сейчас она возьмет ее, подожди. Вот акула, а. Ой, блядь! Как красиво, парни, дать ее, засниму это. Сейчас выживай, подожди, не трогай ее. Пусть живет. Мама дорогая. Отпущу ее. Я боюсь. Нет. Видишь, что женщина? Да, вот я ее сижу. Да, вот она мамка, она всех пополам этих всех пожевала. Ну, отпустите ее. Она сейчас ее заживет. Все снимаю, ребят. Объясню. Живет, потом я уже ее поймаю. Хороший план. И пошла с ней, смотри.